Всем привет! 24 июня 2020 год. Убираем сегодня однозубку. Заканчиваем убирать уже. Давайте посмотреть. Последний рядок остался. Вот. Давайте начнем с того, наверное, когда ее нужно убирать. Как видите, воздушка полегла и частично начала желтеть. Вот в таком состоянии ее нужно очень быстро убирать, потому что желтеет она буквально на глазах за пару дней. Если бы я оставил, она бы была вся сухая. И, соответственно, тогда бы ее приходилось искать, потому что хвостики вот эти отпадают. Как можете посмотреть, вот если уже сильно сухой, это еще держится. Если пару дней передержать, вот тут уже обрывается у основания хвостик, и потом приходится вслепую все прорывать. А так все прекрасно вот так подкапывается лопатой, и потом вытягивается вот так одна зубка. Но немножко груда, как видите, немножко обминается она. И вот такая у нас на выходе получается одна зубка. Вот так, вот такой размер. Вот. Потом все это убирается в ящички, складывается сразу. А, значит, и перешатыривается этот рядок вот такой вот маленькой лопаткой. Прямо идешь, поддеваешь. За чубы, как говорится, взял, потянул, и все. Главное поначалу подкопать, чтобы было не так тяжело маленькой лопаткой. После уборки заносим однозубку сушиться под навес. На поддонах застелили разными тряпками, в общем, тканью. Вот, можно сетку какую-то мелкую, либо агроволокно, ну, в общем, главное, чтобы она дышала, продувалась и не просыпалась сквозь нее одна зубка. Вот, ну, вот таким вот не толстым слоем раскладываем и раз в день ее ворошим, переворачиваем для того, чтобы она качественно просыхала. Сушим, значит, где-то до, не где-то, а до уровня того, чтобы отсыпались корешки и хвостики. То есть сушим довольно сильно. После этого обминаем корешки и хвостики. В принципе, можно это делать в обычной большой сетке на 40 кг. Перешерушивать, а потом вручную перебирать, доминать. Вот тут недавно товарищ один из подписчиков поделился идеей, как делал он. Это делал он это в бетономешалке 0,3 куба. Получается отлично. Попробую в этом году. Конечно, такой большой у меня нет. Есть поменьше, но, в общем, попробую, что получится. Ну и по самой однозубке вот такая примерно размером. В принципе, нормально. Изредка, очень изредка попадаются четырехзубка, ну или трехзубка. Вот. Но в основном идет нормальная однозубка. Вот, смотрите, это побольше. Это сколько у нас тут? 28. Ну, средняя идет где-то вот такая вот. Это сколько? 22. Есть поменьше. Вот видите, это сколько тут, 12, есть еще поменьше, но ее мало. Но в основном идет, скажем так, товарная однозубка в районе 18-20 нормального размера. Есть однозубки, напоминаю, это из воздушки. Есть однозубки, конечно, где-то видел, и четверка, наверное, где-то, да. Вот, тут, я думаю, и четверочка будет. Ну, почти 37. Вот, ну вот, в общем, где-то так. Вот такая однозубка из Любаши. За один год выращивания посажена в октябре прошлого года из воздушки. Вот немножко у меня уливера из мелкой однозубки, то есть на второй год много пошло, поделилось на четырехзубки вот такого плана, пятизубки. Ну, в общем, буду перебирать.
Есть однозубочки вот такие отличные. Вот, ну, такие вот, такие. 24. Ну, в общем, его немного, переберем вручную. Для того, чтобы увеличить посадочный материал. Выращивать его из воздушки гулливер сложно, проблемно. Получается в основном 2 года. И получается вот такой на второй год. Вот такой вот, скажем так, такая смесь головки и однозубки. Ну, что делать? Сорт интересный. В этом году он показал себя очень хорошо. На уровне Любаши. Ну, как минимум, не хуже, чем Любаша. Вот. Так что, как-то так. Всем удачи. До новых встреч. Какие вопросы, задавайте. По возможности постараюсь ответить.